сейчас. Ребята любят веселиться, и вдруг их один в целом мире лишь одна я. Вот такая заводная, вот такая заводная, такая я одна. То умница, то принцесса, меняю образ каждый раз. Я вечно двигатель прогресса, и это только все для вас. Итак, продолжаем нашу конкурсную программу. Встречайте на сцене Николаевский сельский клуб. Вступив на этот путь нелегкий культурно-просветительной работы, клянусь пройти его достойно, чтоб не было мне беспредельно больно. За мной не пролитый культуры свет, как завещал родной нам просвет. Клянусь хорошим быть артистом, певцом, актером, баянистом. Клянусь работать, зная дело, чтоб за меня культура не краснела. Клянусь нести работой радость людям, покуда мое сердце биться будет. И до последнего, клянусь дыхание, я буду отдавать свое культуре знания. Клянусь во здравии и даже вне болезни тебе, культура, быть полезным. И даже час, когда мне будет нелегко, клянусь нести тебя, культура, высоко. А если клятву я нарушу эту, культура, призови меня к ответу и навсегда за трусость и измену закрой передо мною свою ты сцену. Пусть музы вас и юмор не покинут, аплодисменты благодарный гром. Пусть каждый день и час у нас отныне наполнен будет счастьем и добром. Давайте так же искренно и страстно всю радость сердца людям отдавать. Ведь знаем, нет занятия прекраснее, чем музы в людях души пробуждать. Следующий участник нашей конкурсной программы – Пожилинский сельский дом культуры. Здесь не смолкают
детей голоса. Повсюду слышен радостный смех. Двери открыты всегда и для всех. Больше дома не сидят и в клуб к нам все спешат. А сейчас мы вам расскажем, как все начиналось в клубе нашем. Я версию вам поведать хочу. Когда земля была океаном и, может быть, держалась на китах, Господь Адама создал, как ни странно, для развлечений, радости и благ. Но развлечений было очень мало. Тогда Бог из Адамова ребра вдруг создал Еву, чтобы она блистала, неся в массы множество добра. И вот однажды эта Ева, увидев яблоко, растущее в саду, его сорвала для Адама с древа, чтобы сыграть с Адамом в лавату. У Адама и Евы по весне родились маленькие Адамчики и девочки. И стали все культработниками. Ой, Наташка, какая ж ты находчивая. Это все от нехватки кадров. А давай лучше споем наши развеселые куплеты. Давай. На сцене Кочкинский сельский клуб. Thank you.
На сцену приглашается сельский клуб поселок Колос. Добрый день, дорогие коллеги, гости, жюри. Хочу от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником Днем работника культуры. Пожелать вам всем счастья, здоровья, успехов во всем, удачи, но самое главное, творческих успехов в нашей нелегкой работе. С праздником! На свет я родилась Ириной, а значит, мир нести должна. Я солнечным теплом согрета, душа от солнца мне дана. Росла не в замках, не в хоромах, в простой крестьянской я семье. Работа трудная знакома, и хорошо понятна мне. Дарить себя все без остатка, забыв про сон и про покой, и пусть порой совсем не сладко, я не хочу судьбы иной. Да, культработникам не ставят памятник при жизни, и после смерти тоже не поставят. Но не устанем жить мы, не устанем. Нет, мы не существуем, мы живем, и наше сердце не устанет биться. И беспокойный барабанщик бьет подъем, и вечный бой, покой нам только снится. Встречайте нашего следующего участника, Пожилинский, Овсянниковский сельский дом культуры. Добрый день. Здравствуйте. Я культработник Куркина Светлана Владимировна, директор Овсянниковского сельского дома культуры. В этой сфере я работаю уже довольно-таки давно. Начинала с художественного руководителя и вот доросла до директора. Наш сельский клуб имеет очень большое значение в жизни людей. Есть такая профессия – дарить людям тепло, любовь и радость. Это о нас, о работниках культуры. Самое большое количество праздников выпадает на нашу долю. Без нашего участия трудно представить почти все профессиональные праздники. В те дни, когда другие люди активно отдыхают, мы активно трудимся, чтобы порадовать отдыхающих, подарить им праздничное настроение. А сегодня мы отмечаем наш праздник – праздник праздничных людей. Дорогие коллеги, друзья, единомышленники, примите самые теплые, искренние поздравления с Днем работника культуры. Вы создаете людям праздник, помогаете молодому поколению приобщаться к настоящим истокам русской культуры, видеть в ней все самое искрометное и ценное. А это так важно – нести добро, улыбку, любовь и настроение. Желаем оптимизма, новых возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья. Вселяйте веру в души людей, дарите, дарите людям счастье, мир и хорошее настроение. От людей на деревне не спрятаться, пел когда-то с экрана Максим. Он для клуба работал старательно, ну и мы возле камня сидим. Нам не спрятаться в клубе от жизни. Да и клуб наш культуры очаг. Он как факел на шабашном гребне. Он как данка свет жизни подаст. Мы же в клубе культуры носители. Мы магнит для сердец молодых. Мы за правильный отдых воители. Среди бедных мы и крутых. Я всем говорю культработников. Мы как воздух нужны на селе. Мы работаем в ранге духовников. Этим можно гордиться вполне. Мы так давно не отдыхали. Нам было просто не до отдыха с тобой. Концертов за год мы немало отпахали.
На сегодня скажем мы себе отбой. Что ж понемногу, да по чуть-чуть, за праздник наш, он самый-самый, имеем право мы отдохнуть. У нас сегодня своя программа. Один раз в год мы можем только веселиться, один раз в год поднять бокалы за себя. Ведь каждый праздник нам приходится трудиться, сил не жалея и здоровья не щадя. Мы дарим людям много радостных моментов, на непогоду и проблемы несмотря. Пусть в нашу честь всегда звучат аплодисменты, ведь это значит, что мы трудимся не зря. Продолжая нашу конкурсную программу, встречайте на сцене Кукуйский сельский клуб. Что из берега?
Стебно-Хуторской сельский дом культуры. Скажи-ка, Лена, для чего ж в жару, в метель, и снег, и в дождь мы в клуб с тобой идем? И там, на сцене ежедневно, перед народом вдохновенно танцуем и поем. Из года в год, из осень в осень, морочит голову мне вовсе один вопрос простой. Нужна ли нам с тобой культура? И мы культуре той. Чтоб на твой вопрос ответить, не надо долго рассуждать. Нам с тобой в работе нашей нужно плюсы посчитать. Плюсы, минусы сравним, и точный мы ответ дадим. Итак, трудимся, не покладая рук. Вот директор, вот худрук. В доме культуры дорогом, нашем Стебно-Хуторском. Но посмотрим, что внутри. В бильярд и теннис поиграть, чтобы шарик погонять, идет и стар, и помоложе. Ребятам весело, и нам тоже. Спорить здесь я не берусь. Это нам, конечно, плюс. Библиотека в клубе есть. Плюсов явно здесь не счесть. Скоро мы все население приобщим к культуре чтения. Детям некогда скучать, на ложках учатся играть, на концертах выступают. Вот так. Играют хорошо, сердечно. Это плюс? Ну, плюс, конечно. Совсем не просто поучать, детишек ложками стучать. Это ж сущее мучение. Сколько надо тут терпения? Скоро тронуть головой, а это минус вот такой. Чтоб здоровье сохранить, нужно с палками ходить. Ходим мы с большой толпой скандинавскую ходьбой. И скажу, не ошибусь, это наш огромный плюс. А вечерами в нашем клубе собираются подруги. И скажу вам без утайки, настоящие хозяйки, чтоб друг друга научить вязать, готовить, классно шить, поговорить о том и этом, поделиться что рецептом, время с пользой провести, умений новых обрести. И скажу, не поленюсь, это нам огромный плюс. Кто поет, а кто рисует, стихи читают и танцуют, каждый в этом кураже найдет занятие по душе. И промолвить не боюсь, это наш огромный плюс. Очень любит стар и мал кружок клубный, театрал. Пусти меня, Михаил Потапыч, я лиса старая, ученая, много места не займу, не объем, не обобью. Медведь долго не думав согласился. Иди. Пришла лиса на житье к медведю и стала осматривать давненько, где что у него лежит. Сценки, сказки, представления ставят всем на удивление. Театрал всем очень нужен. Плюс, конечно, здесь заслужен. Игры, конкурсы, концерты, викторины, эстафеты. Если зрители довольны, плюсом мы с тобой достойны.
журналы, формы, план работы, мастер-классы и отчеты. Это все для нас с тобой. Наверное, минус небольшой. Подведем итог, друзья. Плюсов много, минусов два. Сделать вывод мы должны. Культуре мы с тобой нужны. Вам признаюсь, не тая, что культура — жизнь моя. Справедливо!